习近平主席即将对俄罗斯进行国事访问，俄罗斯各界对此给予高度关注。俄罗斯媒体人士表示，期待习主席的到访能够进一步夯实俄中两国合作基础，为两国的全面战略协作伙伴关系注入新的活力。Мы от каждого государственного визита господина Си Цзиньпиня ждем всегда только хороших новостей. Сейчас на небывалом подъеме находятся взаимоотношения России и Китая, и, безусловно, отношения наших лидеров, которые теплые, близкие, дружеские, они позволяют этим отношениям еще и дальше развиваться и в глубину, и в ширину. 今日俄罗斯电视台总编辑西蒙尼扬认为，俄中关系取得了长足发展，两国人文领域特别是媒体合作态势良好，希望在两国政治互信不断加强的背景下，能为俄中两国未来的合作带来更大的发展机遇。Мне кажется, нынешние отношения между Россией и Китаем беспрецедентны. Я имею в виду степень сближения, степень доверия, степень взаимопроникновения и, главное, планов на будущее. Мы, конечно, ждем, что эти планы на будущее сбудутся на зависть всем остальным. 俄罗斯报社长涅戈伊查表示，相信在两国元首的引领下，俄中全面战略协作伙伴关系具有长期发展前景。Ну, мне кажется, что мы сегодня переживаем вот последние годы, уже не один год, пик такой очень хороших, тесных, стратегически важных отношений между двумя государствами. Потом мы ведь являемся свидетелями очень сходной, близкой позиции, иногда совместной позиции России и Китая по целому ряду стратегически важных вопросов. Поэтому я с оптимизмом смотрю на будущее наших отношений. Думаю, тот уровень стратегического партнерства, который существует сегодня, что он будет только углубляться и сохраниться на очень длительную перспективу.